Несмотря на обширное поле деятельности, Лидия Николаевна нашла время заехать в гости к ветеранам. Беседа получилась душевная, а по-другому и быть не может. Атмосфера здесь царит особенная. В тесноте да не в обиде, шутят ветераны. И сколько мы с вами лет 15 уже постоянно собираемся, да, и последние встречи уже последние 5 лет более чем 100 человек мы собираемся. И когда наслушаешься о вашей действительно жизни на встречах, даже стыдно что-то говорить вообще о наших проблемах. Какие у нас проблемы по сравнению с тем, что было у вас, когда вы рассказываете, где вы жили, как вы жили? У нас очень хорошая преемственность поколений. Вот эти уважаемые люди, ну, я не знаю, это самый вот это авангард, просто сюда все не могли поместиться, ветераны. Это частые гости. Вот вы сказали, что для детей важно. Вот их пример жизненного пути, когда мы вручали медали 70 лет победы, мы же с вами вот, помните, да, каждому проходили. Для ребят это был вот урок. И я думаю, что они изменились. Раменская стала победителем в номинации премии губернатора Андрея Воробьева по работе с ветеранами. Многие об этом только мечтают, отметила Лидия Антонова. Вернувшись с итогового заседания правительства, она рассказала о том, что Московская область по всем показателям, как экономического, так и социального значения, заканчивает год очень достойно. И Раменский район по-прежнему занимает лидирующие позиции. У нас за этот год значительно снизилась смертность на дорогах. То есть мы большую работу провели для того, чтобы, во-первых, порядок на дорогах навести, а во-вторых, чтобы были запасные операционные, особенно в тех больницах, которые стоят рядом с федеральными трассами, чтобы пациент, который попал в сложную такую ситуацию на дорогах, могли оказывать своевременно помощь. Вода впервые, наверное, в Московской области, во всем районе, стала питьевой. Мы затратили многие миллионы, где-то более 300 или 400 миллионов рублей, чтобы осветлить воду. Вот. Хотя ветераны выступали за то, чтобы как можно быстрее вот эту решить задачу. Решили эту задачу. Ветеранам в 70-летие Победы дали 43 квартиры фронтовикам. Пожелав ветеранам дожить как минимум до 100 лет, Лидия Антонова отправилась в родильный дом. Здесь ее встретил главный врач Борис Марченко и провел небольшую экскурсию. Показал родзалы, операционную и палаты, где лежат мамы вместе с малышами. Хочется надеяться, что вот эта атмосфера доброты и тепла, вот такого домашнего роддома, она будет перенесена и в новые стены, которые строятся по программе губернатора области. И вот это очень важно. Я думаю, что поэтому в Московской области, если взять в целом, порядка 25% женщин рожают. Это не Московская область. То есть это жители других регионов, и из Москвы приезжают, из других регионов. И это, наверное, знак доверия тем условиям, той высокой качественной медицинской помощи, которая оказывается нашим женщинам. Потому что на самом деле, вот здесь родила недавно женщина, 54 года. Но сегодня это возраст расцвета, поэтому женщина надо рожать. Лидия Николаевна поздравила молодых мамочек с рождением детей и наступающим Новым годом, вручив символические подарки. А на встрече с медицинским персоналом родильного дома было отмечено, что Подмосковью удалось преодолеть демографический барьер. Количество рожденных в нынешнем году деток превышает уровень смертности. Сегодня ветераны вспоминали, когда приезжал вот в этом году Андреевич Воробьев к ним, они запомнили эпизод, они мне рассказали, как он увидел скворечник, с помощью стремянки поднялся на дерево, и как он этот скворечник прибивал, вешал на дерево, не прибивал, а вот именно устанавливал на дерево. И ветераны вот запомнили, они это сегодня мне так с воодушевлением рассказывали, вот я хочу пожелать, чтобы в скворечниках птицы жили, и в домах у нас появлялись новые малыши. Уже в следующем году жительницы города и района станут рожать в большом перинатальном центре на 150 мест. Екатерина Алафимова, Сергей Григорьев, Андрей Минкин для программы «Городские вести».